по социальной сфере, это кооперированный объект образования. Она реализуется у нас уже с 2012 года. Объем финансирования по данной программе составляет более 3 миллиардов рублей. Она разделяется на три направления: капремонт общеобразовательных организаций. У нас запланировано 29 объектов. Строительно-монтажные работы выполнены на 54%. На трех объектах работы завершены. Капитальный ремонт школ-интернатов. Здесь освоение строительно-монтажных работ составляет 45,5%. На всех 9 объектах работы ведутся. По капитальному ремонту детских садов всего у нас 112 объектов. Строительно-монтажные работы выполнены на 46%. На 5 объектах работы завершены.